Продолжается прием работ на творческий конкурс мультимедийных проектов «Моя семья, моя история». Его организаторами выступают молодежный патриотический клуб «Наследие», Магаданская областная общественная организация ветеранов «Боевое братство» и Министерство внутренней информационной молодежной политики региона. К участию в конкурсе приглашаются желающие от 7 до 35 лет. Конкурс мы проводим второй раз. Это конкурс творческих мультимедийных проектов «Моя семья, моя история». В этом году мы его проводим в рамках реализации проекта «Наследники победителей». Мы выиграли конкурс субсидий региональной инициативы «Коломы». И в рамках этого проекта мы проводим этот конкурс. У нас 4 возрастные категории. Это 7-10, 11-14, 15-18 и 18-35. И 3 номинации. Основные – это «Семейная реликвия», «Семейная династия» и «Личность в истории России». Более подробно с положением можно ознакомиться на официальной странице молодежного патриотического клуба «Наследие» ВКонтакте. Все работы принимаются с 1 ноября по 15 декабря. С 15 по 25 декабря будет оценка работ, заседание жюри, а 28 декабря – подведение итогов и награждение победителей. На данный момент определяется призовой фонд, но, судя по прошлому году, он был достаточно существенный.